Брест полностью укутан снегом, а это значит, что на улицы города выходят не только работники коммунальных служб, но и выезжает спецтехника. 11 тракторов, 31 пескоразбрасыватель, 14 погрузчиков и порядка 20 самосвалов для вывоза снега. Именно столько единиц спецтехники сегодня выходит на улицы города Бреста, чтобы справляться с последствиями стихии. Зимние хлопоты у коммунальщиков начались еще в конце ноября, однако они заранее были готовы к таким капризам погоды. Предприятие «Коммунальник» заблаговременно подготовилось к зимнему периоду. Мы прогнозировали, что зима будет сложной и суровой, поэтому подготовили в общем 77 единиц снегоуборочной техники. Расставлено более 1200 ящиков с песком на остановочных пунктах и пешеходных переходах. Также заготовлено 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, что составляет 100% от необходимого плана для обработки проезжей части улиц. Согласно решению горисполкома, в случае обильных снегопадков мы будем привлекать стороннюю технику, порядка 15 организаций. Изо дня в день у специалистов коммунальника работы не початый край. Задействованы все – техника и люди. В рядах тех самых борцов со снежной стихией и Владимир Шевчук. Мужчина со своей работой справляется на все 100%. А все потому, что он любит то, что он делает. Ведь он старается для людей. Случайно попал в коммунальник. Там посоветовали. Я хотел на время. Но получилось, что остался на 23 года. Так понравилось. Что я остался, сколько снега выпало. Ну, стараемся справляться. Всегда это. Выходим полшестого, в шесть часов. Первое, к чему приступают работники коммунальных служб, это противогололедная обработка мостов и путепроводов, площадок на остановках общественного транспорта по всем магистральным и периферийным улицам. После, исходя из ситуации на дорогах, осуществляется обработка пескосоляной смесью. В первую очередь очищаются улицы с магистральным движением, где ходит общественный транспорт, подъезды к школьным учреждениям, к медицинским учреждениям, ну, социально значимые объекты. Это первая очередь. Вторая очередь – это улицы, где не ходит общественный транспорт, но они асфальтированы, и мы их убираем уже после того, как расчистили первую очередь. Также есть третья очередь – это улицы с гравийным покрытием, улицы частного сектора. Мы их очищаем уже после того, как сделали первую и вторую очередь. Несмотря на то, что погода со своими капризами немного поутихла, коммунальные службы все равно продолжают очищать от белого ковра тротуары и остановки общественного транспорта. И на протяжении всей зимы будут обеспечивать комфорт брестчан.